Марьетта Бертинелли, итальянский художник высокого возрождения флорентийской школы, последователь техники художника Рафаэля, его работы выделяются объемом в пространстве и перспективе, великолепным цветом и использованием техники сфумато Леонардо да Винчи. Среди его работ выделяются следующие: «Визит Девы Марии к Елизавете», «Масло на панели», 1503 года. «Богородица во славе», «Обожаемая святыми Иеронимом и Зенобием», «Масло на холсте», 1506 года. «Поклонение младенцу Иисусу», картина, 1515 год. «Жертвоприношение Исаака», «Масло на ореховом дереве», 1509 года. «Благовещение», «Масло на тополе», 1508 года. «Искушение Адама и Евы», «Масло на ореховом дереве», 1513 года. «Вечный отец и ангелы», картина, 1512 год. «Триптих на панели», 1500 год. Больше исторических или художественных видео на моем канале. Следующее видео Лоренцо ди Алессандро да Сансеверино.